60-річний ювілей бібліотеки імені Станіславського зібрав своїх гостей у домі актора. Само ім'я, яке носить ця бібліотека, вже говорить про те, для кого вона в першу чергу є востребованою. Хто в першу чергу приходить в цю бібліотеку для того, щоб щось потрібне лично для себе знайти. Тому я від всієї душі і по порученню Харківського міського голови Геннадія Адольфовича Кернеса поздравляю бібліотеку імені Константина Станіславського з 60-літнім ювілеєм. Различного рода медиапрезентации. Это наше как бы ноу-хау, которое мы очень широко используем. То есть у нас приходящие школьники, студенты и взрослые люди всегда могут познакомиться с какими-то яркими моментами нашего города, нашей истории. И я думаю, что наша библиотека в ближайшие годы будет процветать и будет известна не только в городе Харькове. Привітати бібліотеку з ювілеєм прийшли діячі мистецтва, представники громадськості, керівники провідних театрів міста. Я хочу поздравить от себя лично, от всего коллектива Харьковского академического театра музыкальной комедии, нашу замечательную библиотеку, музыкальную библиотеку имени Константина Сергеевича Станиславского. Вы знаете, мы, как музыкальный театр, зависим от библиотеки и многие годы дружим. Интересуемся материалом, который сейчас есть, который был, старые вещи смотрим, берем, обрабатываем. И мы знаем, все деятели культуры города Харькова, что двери нашей замечательной библиотеки всегда для нас открыты. Иногда бывают такие пьесы, которые удается найти только в нашей библиотеке. Вот поэтому хочется пожелать ей долгих лет процветания, а сотрудникам сил, терпения и такого же любовное отношение, которое они всегда проявляют и к своему делу, и к нам, кто их посещает. Я всегда рада приходить туда, встречаться с их организаторами, с теми людьми, которые посещают библиотеку. Поэтому я желаю им долгих-долгих лет жизни творческой и жизни тем людям, которые там работают. Счастья им, добра и удачи. Харківська хореографічна школа подарувала господарям і гостям свята феєричне танцювальне шоу. Это еще и концертная площадка. Это точка для встреч всех интеллигентных людей города. Практически все музыканты, все театральные деятели города Харькова, которые учились в учебных заведениях культуры города, они все провели свою юность и детство в библиотеке Станиславского. Запах книг, аура этой библиотеки, сам дух, который в ней присутствует, иногда, в общем-то, заставляет немножко по-другому подумать о жизни, отнестись к жизни, может быть, даже пересмотреть систему жизненных ценностей, потому что творчество, искусство – это очень много. Повний зал людей, поважні гості. І все це тому, що бібліотека Станіславського для Харкова набагато ширше поняття, ніж просто бібліотека. І якщо театр починається з вішалки, то бібліотека починається з читача.